Друзья, привет! Я Фикспресс на энтузиастов 33, Санкт-Петербург. Покажу вам немногочисленные новинки. Поступили забавные ручки фигурные. Когда нажимаете на фигурку, вот такой этот белый нос, он надувается. Фигурки разные. Олени, Деда Морозы, кто-то еще. 116 рублей. Чернила в них синие. Кружки с двойными стенками, с елочками и со снегом сюда также поступили. И мне очень понравились вот эти подставки под горячие. Они большие, 23 сантиметра, керамика и пробка. Можно использовать не по назначению, а просто поставить как украшение на кухню. Три варианта. Очень красивый домик яркий, со снегом. И третий вариант – вот такой олень. 174 рубля. Новогодние банки с крышкой, с помпоном. Уже, наверное, 10 раз привезли. 124 рубля. Положить туда конфетки и подарить. Стеклянное блюдо для закусок. 390 миллилитров. Давно нам уже знакомо. С высокими рельефными стенками. Подойдет и для салатов, и для закусок, и для заливного. Просто отличный вариант. 79 рублей. Очень много джемниц поступило. На трех ножках. Толстое красивое стекло фигурное. 55 рублей. Маленькие соусники. 33 рубля. И вот такой соусник в виде яблочка. 35 рублей. Опаловое стекло. Вы только посмотрите. За три дня все здесь смели. Вот этих салатников было чуть ли не до потолка. И большие блюда красивые уже все разобрали. Это стекло. С отливом. Стаканы из новой серии высокие и низкие пока есть. По 83 рубля. Терка четырехгранная, 22 сантиметра. Нержавеющая сталь, ТПР. 229 рублей. Три расцветки в этом магазине. И вы только посмотрите, все еще висят наборы для сыра. 149 рублей. Как в том году за ними гонялись. Банка с крышкой на литр 100 миллилитров. Дно банки вкручивается в крышку и плотно фиксируется, создавая систему хранения. Цена 49 рублей. Пресс для чеснока, нержавеющая сталь и полипропилен. В этом магазине есть разные расцветки. Серые нашла, зеленые и белые. 133 рубля. Новые сумки поступили. Можно использовать как хозяйственную для похода в магазин, а можно использовать как спортивную. Здесь два отделения. Они закрываются на молнию. Сбоку небольшое отделение на молнию закрывается. Внутри подкладка. Две короткие ручки и длинный ремень, который регулируется. Вот. Вот с такой вот защитой на плече. И смотрите по расцветкам в клеточку. Так, это еще я вам показываю второе отделение. В клетку такие леопардовые. И такой вариант. 349 рублей. Поступили валики спортивные. Я как человек, который занимается давно йогой, мы начинаем занятия именно с таких валиков. Правда, они намного длиннее. Прокатываем все мышцы, начиная от затылка, кончая икроножных мышц, также руки, пресс. Во-первых, это стимулирует кровообращение, укрепляет связки, улучшает гибкость позвоночника и подвижность суставов. Есть гладкие валики, есть вот такие, ребристые. Это больше разгонит кровь, это точно. Разные расцветки, цена такого валика 299 рублей. Дешевле вы нигде не найдете. Второй раз поступили полотенца полулен, 50 на 70 сантиметров. 70 хлопок, 30 лен. Веточки, шишечки. Рисунок с одной стороны. Производитель город Иваново, 199 рублей.
Первую партию разобрали. Увлажняющий тональный крем с экстрактом авокадо Зузу 40 мл 149 рублей. Производитель Китай. Гель для мытья посуды с дозатором 500 мл 99 рублей. Магазин Окей в Санкт-Петербурге. Новинки прибавляются. Фарфоровые ножницы 4 секции. 550. Ложки под ложку 110 рублей. Так, доска сервировочная из бамбука, елочка 300 рублей. А еще такие звезды 300 рублей. Новогодние 570 рублей. Так, здесь все из керамики, кружка. 400 рублей, 320 миллилитров. Такой светло-серый цвет, елочки, олени. Тарелочка стоит 500, а большая 600. Или это 600, а это 500. Непонятно. Катерть, рогожка 180 на 2 метра. 500 рублей. Не понимаю. $120 на $145 написано здесь. А это что? В общем, так. Так, это что у нас? Полотенце, рогожка. Пока без цены. Полотенец кухонных, 2 штучки. Хлопок. Такими новогодними узорами, рисунками. Цены нет. Оп. Салфетки по 47 рублей, по 48. Так, 30 штук. Двуслойные. Елочки, гномики, снежинки. Такие красивые, но на них пока нет цены. Такие еще есть бесценные, трехслойные. Так. Только выкладывают бумагу упаковочную. Пакеты. Такие удлиненные для бутылки шампанского. Разные цены. От 80 рублей. Смотрите, вот есть огромный 280 Дедом Морозом. Полотенце из рогожки 35 на 60. 60 рублей стоит. Так, а это набор полотенец махровых, 2 штуки, 350. Рогожка 40 на 70, 100 рублей. Все новогодние, конечно. А вот такие 80, они 45 на 60. Прихватки, наборы там 400 рублей. Прихватка, полотенце. А, полотенце одно 250 с золотыми шишечками. Такое есть плотное и зеленый красивый цвет. Смотрите. Новогодний. 570. 40 на 40. Смотрите, какие свечи большие, серебристые. Парафин. 170 рублей. Таким подарком деревянное сердечко. Так. Ну, тут обычная посуда, я вам уже показывала ее много раз. Вот
эти красивые рифленые. Всякие блюда большие, маленькие, поменьше. Так, вот смотрите, блюда 300, 400. Кружка, не знаю. Красивые серединки. 300, 400, 500. Но это фарфор. Вот это форма для выпечки с крышкой. Закаленное стекло. 3 на 3, 1 литр. Сделано во Франции. Рублей. Так вот такие набор форм для запекания с крышками 1100. Две формы. Миска для смешивания, для салатов тоже Франция. 450 рублей. Очень толстое стекло с ручками. Стакан мерный 1200. Я не сотрудник. Интересная посуда. Такой красивый синий цвет. Уже не знаю. Со светлой полоской. Кружка 300. Салатники 500, 600. Блюдо 600. И так далее. Сказали, что еще не всю посуду выставили. Еще будут выставлять, конечно. А здесь какие смешные. Ой. Кружка фарфоровая 400 мл в подарочной упаковке с бантиком. 600 рублей. Okay. Кружечки. Так, с кактусами. Кактусы разные. С переливом. Кружка 200 рублей. Так, побольше кружечка. 210 мл. 300 рублей. Фламинго. Сушки, олени. Гномики 250. Называется кружка горошек. Кружки с пингвинами 230 рублей. 170 мл. 3 пингвина. 1 симпатичный. Подарочные наборы. Всякая парфюмерия. Так, 300 рублей стоит набор подарочный гель для душа и лосьон для тела. Красиво оформлен, конечно, золотыми крышками, ретро-картиночки. Есть вот такой 350. Отдав 900 рублей. 4 предмета. Дедушка Мороз приглашает нас за покупками. А здесь магнитики 30, 40, 50, 200 рублей разные. Декорации с подсветкой. Смотрите, какие большие ель с подсветкой. Тоже фанера. Дедушка Мороз, снеговик. Вот такой снеговичок есть. 400 рублей. Маленькие по 200 рублей домики. Тоже подсветка. Знаете, что это такое? Это мужские носки. Так упакованы. Разные расцветки. 270 рублей. Носки. А, носки женские. А, то есть тут мужские и женские. Красивые салфетки. 140 рублей. 20 штук. Пледы. Вот такой плед 800 рублей стоит, 150 на 200, да. Подушечки декоративные, 400 рублей, с оленями разные, со змеями 400, так вот такие 500 рублей подушки. Скатерть 125 на 145 сантиметров, хлопок, новогодний сюрприз. Так, что там, шишечки, веточки, ничего не видно, как вот посмотреть-то, никак. Так, вот такая скатерть, рогожка 500 рублей.
120 на 145. Со змеей 250. Кружок очень много. Так, салатник 300. Ну, совушками хорошенькие. Ой, такой верх кривой. Как будто ручная работа. 200 рублей. А золотой змеей 250. Какие кружки большие и симпатичные, с оленями. Почти пол-литра, 250 рублей. Вот эти симпатичные, 250. Такие, как салатники, есть еще кружки, оказывается. Веточка с ягодками. 300 рублей. Главных игрушек маленьких. Шаров. Смотрите, вот. Сколько штук? 12 штук, 600 рублей. Разные расцветки есть. Такие зеленые, прозрачные, золотые. Оформление 700 аж рублей, шары 16 штук, банка не стекло. Видишь, такие же теплые варежки, как носочки, 500 рублей стоит. Так, что там, ангора 95 и полиэстер 5 с оленями, с оленями. Большие, толстые такие, в общем, разные носки. Смотрите, какие кружки. Называется Кот Басик. 1000 рублей. Почему такая дорогая? Посуда из фарфора с маркировками Бодибаса. Костяной фарфор. Вот они разные. И Наполеон, да. Игрушки. По 300 рублей. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Мы находимся в музее Фаберже. И сейчас мы покинем красную гостиную и войдем в синюю гостиную. Здесь собраны главные шедевры коллекции. Среди них 9 яиц с сюрпризами, выполненные по заказу российских императоров Александра III и Николая II. Всего за всю свою историю фирма Карла Фаберже создала 54 пасхальных яйца. В синей гостиной находится 13 из них. И ценность коллекции состоит в том, что здесь представлено самое первое пасхальное яйцо – курочка, и самое последнее яйцо – орден Святого Георгия. Также есть яйцо коронационное, созданное в 1896 году, коронация Николая II, пасхальное яйцо – шкатулка «Ренессанс» и другие. Про них можно найти в интернете все очень подробно, потому что если я буду рассказывать, это затянется просто не на один час. Это очень интересно. Почитайте. А сейчас смотрим, рассматриваем, любуемся. Нет, я согласна. На эту красоту. Я с вами прощаюсь, друзья. До скорой встречи и пока.